Выходим на конечный. В Сургуте подростков высадили из автобуса номер 47. Пассажиры пожаловались на действия кондуктора и водителя в социальных сетях, сопроводив претензии видеозаписью. Молодые люди, по их словам, сели в транспорт на остановке музучилища. Доехав до поликлиники «Геолог», к ним подошла кондуктор и потребовала либо заплатить еще раз за проезд, либо выходить. Свои действия она мотивировала тем, что автобус доехал до конечной. Позже к перепалке подключился и водитель. Нам вообще пофигу, куда тебе надо. У нас есть конечная. Рубаешься. А что с тобой, шепотом говорить, что ли? Я же вас сами спокойно. Иди быстрее. В офисе перевозчика, это компания «Центр», журналисту телеканала «Сургут-24» сообщили, что ситуацию комментировать не будут. Департамент городского хозяйства администрации Сургута, который курирует транспортную отрасль, инициировал проверку по факту произошедшего инцидента.